Приближается самый волшебный зимний праздник. Наш телеканал совместно с компанией «Фруктовый мир» продолжает поздравлять с наступающим Новым годом и дарить мандариновое настроение. Кому ящик оранжевых фруктов подарила Ольга Штополь, смотрите в следующем сюжете. Вручать подарки, дарить новогоднее настроение – хорошая традиция телеканала «Катунь-24». Весь декабрь вместе с компанией «Фруктовый мир» мы дарим вот такой вот ящик мандаринов всем тем, кто помогал нам в течение года делать интересные сюжеты и программы. На этот раз мы приехали в Алтайский государственный технический университет имени Ползунова и хотим поздравить с наступающим Новым годом не просто студентов, а тех, кто называет себя наследниками Ползунова, участников физико-технической школы, которая работает при ВУЗе. Сейчас у ребят занятия, но мы попробуем нарушить учебный процесс. Практические занятия у наследников Ползунова – это не только лабораторные и коллоквиумы. На этот раз молодые ученые выясняли, как азот влияет на вкусовые свойства продуктов. Наша съемочная группа появилась в самый разгар экспериментов. Здравствуйте, телевидение «Катунь-24» на этот раз не только с камерой, но и с подарками. Можно? Хотите! Молодые ученые хорошо вели себя целый год, помогали нам в съемках программ, участвовали в реализации проектов телеканала и, конечно, радовали и удивляли посетителей Всероссийского фестиваля науки. Благодаря этим людям сотни далеких от физики людей узнали, что такое сосуд Дюара, почему невозможно заморозить человека и как забить гвоздь с помощью банана. Как превратить серьезную науку в праздник без ограничений, знает руководитель Центра занимательных наук. Интересные факты и яркие эксперименты. Способ сделать физику понятной и популярной. Это попытка привлечь ребят к естественным знаниям, привлечь к физике, к химии, потому что с нами еще и химики работают, естественно, и заинтересовать их настолько, чтобы они пришли к нам, чтобы они стали нашими людьми. В общем, мы их, скажем так, вербуем таким образом. Сейчас можно сказать, что цель достигнута. Опыт по привлечению к науке оказался успешным. Свободных мест на занятиях в Центре занимательных наук практически нет, а чтобы поучаствовать в экспериментах, выстраиваются очереди. Наш подарок, мандарины, тоже стал предметом интереса алтайских ученых. А фрукты у телеканала еще есть. Кому подарим их в следующий раз, узнаете совсем скоро. Ольга Штополь, Иван Сухосыр, новости.